Второй год подряд Мордовский республиканский краеведческий музей и волонтеры проводят акцию «Всем на свете нужен дом». Ее цель – найти хозяев бездомным животным. Тем, кому дом пока не нашли, собрали средства на корм и лечение. Подробнее Валентина Руина. Мерлин, кошка, ее избили до полусмерти. У нее вытек глаз в результате избиения, была сломана челюсть и обрубили хвост. На сей момент она полностью здорова, стерилизована, в дальнейшем лечении не нуждается, ищет дом. Бездомные животные – результат безответственного отношения хозяев. Часто питомцев просто выбрасывают на улицу. Оказавшимся в такой ситуации в Саранске помогают неравнодушные. Волонтерская группа помощи бездомным животным за время своей деятельности, а это 5 лет, помогла многим. 4000 животных нашли свой дом. Мы пристраиваем бездомных животных. По возможности берем их себе домой. И уже из дома делаем объявление, расклеиваем. ВКонтакте вот объявление у нас, на Авито. Мы пытаемся их пристроить. Также собираем финансовую помощь на лечение животным. Второй год подряд волонтеры совместно с Мордовским республиканским краеведческим музеем проводят акцию «Всем на свете нужен дом». Она приурочена ко Всемирному дню бездомных животных. Здесь была организована фотозона, где можно было сделать снимок на память с питомцем. Самые маленькие участвовали в конкурсе рисунков на асфальте. Конечно же, изображали кошек и собак. Ну а главное, в рамках акции прошла выставка животных. Ведь ее цель – найти хозяев питомцам. Мы стараемся, скажем так, ввести традицию проведения подобного мероприятия. Сегодня здесь находятся питомцы, курируемые волонтерами Саранской группы помощи бездомным животным города Саранска. Можно пройти на эту выставку, посмотреть на питомцев, и, может быть, кому-то из гостей приглянется собака или кошка, которую можно будет забрать себе домой. Это вот у нас Марго. Ее 3 месяца назад нашли на юго-западе с котятками. Котяток уже пристроили. Маргоша стерилизованная. Вот она ищет дом. Это Гера. Ей 2 года. Ее нашли совсем щеночком маленьким. То есть она уже стерилизованная, привита. Она знает команды. Но вот за 2 года, к сожалению, не нашелся человек, кто ее захочет взять. Собачка очень умная, ласковая. Пожалуй, самым экзотичным из животных оказался хорек. Как и большинство, он был найден на улице. У него отказались задние лапы, волонтеры все же надеются вернуть его к полноценной жизни. Но, несмотря на состояние здоровья, породы животных по домам разбирали одного за другим. У меня был такой котик, серенький, и он погиб, умер. Какая-то болезнь у него была, и, в общем, он умер. И я такой же хотела взять, серенькую. Мне нужно, чтобы мышей ловил. Тем, кому дом пока что не нашли, собрали более 10 тысяч рублей. Они пойдут на покупку корма и оплату лечения. Валентина Руина, Владимир Ильин, «Наши новости».